Ну а в пассажирских перевозках Тобольска тоже изменения. С 1 апреля на всех муниципальных маршрутах работают только местные ПТП. До этого было два перевозчика. Коллектив с полувековой историей единственный в городе смог выполнить все требования тендерной комиссии. Главное из которых в целях безопасности пассажиров заменить маршрутные такси на транспорт малой вместимости. Сегодня на четырех маршрутах появились автобусы на 20 и 40 человек. Открыты новый номер 25, автовокзал Алимасовское кладбище. Внесены изменения в схему маршрутов номер 4 и 8. Теперь табельки смогут без пересадки добираться до 3-й областной больницы и обратно. Где раньше у нас ходили автобусы типа «Газель», с 1 апреля, значит, таких автобусов на линии больше не будет. Будут автобусы малого класса. Это «Мерседес Спринтер», «Пазы» новые, то есть автобусы все комфортабельные. Значит, в автобусах, если верить конкурсным заявкам, установлены телевизоры.